Дорогу Саратов-Озинки передадут на федеральный уровень. Этот вопрос чиновники обсудили в Оренбурге. На совещании по развитию транспортного комплекса губернатор области озвучил министру транспорта России интересующие вопросы. Обсудили строительство мостового перехода через судоходный канал Булаково. На завершение работ нужно почти 3 миллиарда рублей. Строительство планируют закончить уже в этом году. Также чиновники поговорили о новом аэропортовом комплексе и строительстве обхода Саратова по трассе Сызрань-Саратов-Волгоград. Проект предполагает современную 4-полосную магистраль. Начать работы планируют в следующем году.